Всем привет, дамы и господа, я рад вас всех приветствовать. И сейчас на самом деле не самые лучшие времена. Доходы у населения уменьшаются, покупательская способность падает. Но так как мы являемся родителями, мы все равно хотим своим детям купить что-то очень достойное. Я сейчас проговорю непосредственно про автокресло, там, про коляски, неважно. Вот здесь вот мы на детях экономить никогда не будем. Мы лучше себе там что-то не купим, но ребенку купим. Вот. И в автокреслах нужно покупать всегда что-то безопасное и качественное. Здесь точно нельзя покупать какой-то ширпотреб. И сегодня я хочу вам рассказать о люльке CBX Shima. Это Cybex, грубо говоря, компания. Вот, и она стоит чуть больше $100 на текущий момент, но при этом мы получаем очень высокий уровень безопасности с хорошими краш-тестами, с на самом деле очень классными материалами, особенно учитывая цену, материалы классные, анатомически очень правильное расположение ребенка, вкладыши, и в отличие от многих кресел, здесь не трехточечная система ремней, а пятиточечная. На самом деле по эффективности разница небольшая, но все-таки ребенок здесь чуть поплотнее пристегнут. Вот. И сегодня мы с вами рассмотрим ее. Люлька, напомню, это у нас с рождения до, ну, как позиционирует производитель, там, грубо говоря, до 13 килограмм. Но вот по факту килограмм откинем, вот из реальной жизни возьмем, да. 9 месяцев мы в любом случае отъезжаем в ней, без вариантов. И потом уже по желанию, если ребенок еще помещается, едем дальше. Если же нет, можем пересаживаться в группу 1 или 1-2, 2-3, 1-2-3. В общем, это уже смотрите сами. Вот, поэтому с рождения люлечка — это самый правильный, кстати, вариант. Многие ищут варианты 0.1, 0.1.2.3, 0.1.2. В общем, что-то универсальное. На самом деле, я бы лично рекомендовал покупать всегда отдельные группы, не смешивая их. Из универсальных тоже есть хорошие варианты, никто не спорит. Но правильнее всего что-то брать отдельное. Группа 0 – самое правильное положение ребенка в любом случае здесь. И оно же и самое безопасное. И, кстати, это одна из самых легких люлек. Спокойно можно транспортировать вместе с ребеночком. В общем, точные характеристики там. Все в описании по ссылке на магазин «Мир автокресел». После обзора она вам точно понравится, и вы захотите ее купить. Так что ссылочка внизу будет. Вот, смотрите, что она из себя представляет. У нас всегда в люльках есть ручка транспортировочная, это по-любому. Плюс козырек, который у нас регулируется независимо от ручки. Очень часто козырек пристегнут к ручке, регулируется все вместе. Здесь нет. Кстати, он с защитой от ультрафиолета. Вот, самым высоким стандартом. Причем, поэтому вот такой вот хороший козырек. Эту люльку можно устанавливать на коляске, поэтому козырек в таких вещах всегда нужен. Здесь вот, кстати, есть крепление для колясочки. Так, давайте ее в начинку внутри посмотрим сразу. Я вам говорил про вкладыши. Вкладыш — это очень важный момент для плотной, хорошей посадки ребенка и фиксации его. Здесь у нас вот фиксируется голова, здесь у нас ребенок по бокам фиксируется. По мере роста ребенка у нас эти вкладыши всегда демонтируются. Этот вкладыш здесь с утолщением в пояснице, чтобы ребенок более-менее ровно лежал. По мере роста вытаскиваем, освобождается здесь куча места. Вот, и мы едем дальше. В общем, смотрим по ситуации. Хотите освободить место — освобождайте, но единственное, смотрите, делайте желательно это уже после месяцев 4, когда чуть-чуть ребенок окрепнет, потому что вот этот вкладыш, он ему еще нужен, чтобы спинка была ровнее. Поэтому вот такая ситуация. Те самые пятиточечные ремни с мягкими накладками везде, естественно. Вот, это у нас делается для того, чтобы от ремня ребенок меньше травм получал. В паховой зоне, естественно, то же самое. Ну и регулировка ремня — стандартная ситуация. Что касается ткани. Ткань обычная, классическая ткань компании Cybex. На 90% кресел вы получите что-то подобное. И эта ткань, причем, очень хорошая в плане долговечности, износостойкости. Она легко стирается, чистится. Ее стирать можно до 30 градусов. И в таком случае она у вас не сядет. В горячей воде постираете, потом обратно ее на люльку не оденете. Поэтому имейте в виду. Так, мы ее устанавливаем против хода, естественно, никак иначе. Это вот
золотое правило, и ремнем. Сейчас я вам все это покажу, как это можно сделать. Так, нам нужно вытянуть ремень. Здесь есть направляющие. Проводим ремень там. Я вам сейчас покажу. Застегнули. И потом верхняя часть ремня нужно провести здесь. Здесь тоже есть направляющие. Направляющие — это очень важно. Это вот настолько важно, что это вот золотое правило. Здесь нельзя ошибиться. Если вы ставите, например, люльки бывают с базами Isofix, там вы щелкнули и пошли дальше. Здесь же у вас ремнем, и нужно правильно поставить и не ошибиться. Потому что если ремень где-то вылезет из направляющего или здесь не дощелкнется, в ДТП просто улетит куда-нибудь этот ребенок в люльки. Поэтому здесь нужно быть внимательно и аккуратно. Когда все протянули, обязательно нужно ремень натянуть, чтобы фиксация была намертво. Вот смотрите, она сейчас плотно стоит, ее даже не оторвать. В общем, за этим следите. Крепление на самом деле простое, но у меня сейчас здесь нет вокруг машины. Я спокойно хожу, там что-то делаю, там разворачиваю, поворачиваю. В машине же приходится как-то это все так изгибаться, но выхода нет. Здесь крепление такое. Поэтому имейте в виду, что когда будете покупать, попросите менеджеров, чтобы вас научили это делать правильно, чтобы все было безопасно. Стегивается, естественно, просто. С направляющего вылазит все просто. Главное не ошибаться. Так, собственно, по большому счету в люльке особо много и не расскажешь, потому что здесь нет каких-то отдельных элементов. Классическая стандартная люлька, но и на нее я обязательно рекомендую обратите внимание, потому что цена, качество, безопасность здесь просто вот зашкаливает, потому что чуть больше $100, и мы получаем вот такой уровень. И от такого бренда на самом деле это круто. И плюс она легенькая, и к этому бренду в принципе нет претензий. У них что не модель, то очень качественная и безопасная позиция. Поэтому посмотрите, если есть возможность, приезжайте в магазин Мир Автокресел с ребеночком. А лучше, конечно, закажите с доставкой, потому что без кресла к нам ехать не надо. Ребенка без кресла возить нельзя. Поэтому покажем, расскажем. Вот, и уже, как говорится, определитесь. Ну, я, собственно, закругляюсь. Если обзор вам был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И удачи вам на дорогах. До свидания.